Доброе утро, друзья! Сегодня у нас понедельник, и вот такой у меня завтрак. Сегодня пробую томатные лепешки. Это рулчики я себе сделала с куриной грудкой, огурцом, помидором и салатом. В качестве соуса немножко сметанки, а курицу жарила на немножко припустила на соевом соусе. Вот такая вкуснятинка. Ну и зеленый чай сейчас кипит в чайник, и зеленый чай буду пить. Приятного аппетита! Друзья мои, 2 дня назад у нас была авария. И что мы видим опять? Время 7:30 утра, и здесь опять авария. Я удивляюсь нашему Бермудскому треугольнику, потому что я уже даже не знаю, какая это по счету, я, честно говоря, сбилась. Если вы следите за моим каналом, вы должны знать, какая это авария, потому что я уже много раз об этом говорю. По-моему, 6-я с Нового года. Так что именно на этом месте, вот именно здесь, на этом дурацком повороте, постоянно аварии. И именно здесь. Это какое-то заколдованное место. Здесь постоянно аварии. Несмотря на то, что пробка, да, вот сейчас через мост пробка. Ну, сейчас утро, все едут на работу, через мост пробка. Никто не хочет пропускать тех, кто поворачивает, несмотря на то, что там всего 3-4 машины, и никто их не пропускает. Ну и вот к чему это обычно приводит. Интересно, ДПС приедет настолько же быстро, как в прошлый раз? Потому что когда сбили мотоцикл вот 2 дня назад, приехала скорая, они увезли мотоциклиста сбитого. И полиция приехала, наверное, только минут через 20, как уехала скорая. В общем, ну вы видите, на ровном месте, как обычно. А это все знаете почему? Потому что сегодня полнолуние. Сегодня идеально ровная, идеально полная луна. Так что вот так вот. Друзья мои, я в суде, в туалете. Ну, не судите строго, но это женский туалет. 9 утра, а здесь даже бумаги нету. И дырка в полу. Без комментариев вообще. Это женский туалет называется. Где даже бумаги нету. Привет, друзья! Сегодня у меня вот такой обед. Это куриный, как куриный. В общем, лапша на куриных пупочках. Или куриные желудочки их еще называют. Вот. Вот они там плавают кусочками. Довольно просто такой диетический получился. Если вкратце, пупочки моем в теплой воде, под краном убираем оттуда все лишнее, режем на кусочки, варим в воде просто. Когда закипит, солим, снимаем пенку, добавляем репчатый лук, морковку и варим минут 10 еще, пока вот морковка не мягкой не станет. И все, и потом просто заправляем чем хотим, лапшой, картошкой, там, не знаю, кто чем любит.
рисом, не знаю, ну, у кого какие вкусы. И все. И наслаждаемся. И я вот добавляю еще зеленый лук. Мне очень нравится в супе свежий лук. Приятного аппетита. Увидимся. Пока-пока. Всем привет, друзья! Выходные закончились. Сегодня понедельник. И как вам погода? Зима вернулась, метель, холодно. И только вчера, в воскресенье, было плюс 7. И посмотрите, какая сегодня погода. Холодрыга. И везде снег. Всю ночь шел снег. Мокрый. И сейчас тоже идет мелкий мокрый снег. Вот такая погода сегодня. С возвращением зимы вас. Ой, сейчас только пришла с улицы. Сегодня снег выпал. Ходила вот на почту, мне пришло извещение, что мне пришла посылка. И, в общем-то, посылку я это уже давно жду, больше месяца. Это посылка из Астраханской области. И я уверена, что это мой приз за выигрыш в конкурсе. Позже сделаю распаковку. Сейчас устала немного, приду в себя после похода на почту и покажу, что я выиграла. Ну и, естественно, ссылочку на канал, где был конкурс, я оставлю. Ой, друзья мои, как вам погодка? Вчера, жалко, не успела снять. Утром деревья были все как в сказке, прям белые, заснеженные. Сегодня у нас среда и мороз и солнце, день чудесный. Вы посмотрите, как лежит и не тает. Ну, может, к обеду растает, фиг знает. Но холодно, так, морозненько. Классическая зима. Ой, друзья мои, рабочий стол завален вообще, конечно. Не буду весь показывать, и то скажете, что я неряха. Но это творческий беспорядок. В общем, просто хотела вам показать, вчера уже спать собиралась, и ко мне пришло вдохновение. Видимо, весна так действует. В общем, узнаете, такая штучка из-под скотча. Вот, я их одно время выкидывала, а тут ко мне пришло вдохновение, я буквально из помойки его обратно достала. Хорошо, что не выкинула все. Вот, сейчас вчера уже ночью разлиновала, разметила. И сейчас макетным ножом буду резать. Пожелайте мне удачи, чтобы я не порезалась. Потому что в прошлый раз я так порезалась, что чуть не лишилась большого пальца. Вот, это было довольно интересное ощущение. Но это мне как бы урок. Осторожнее с таким ножом. Вот, и в общем, потом покажу вам, что получится, для чего я это делаю. Вот. И еще хочу показать один браслетик, который я делаю уже, наверное, лет 6. Вот. Он лежал одно время, ждал своего часа. То есть я вот сделала 3 квадрата, и все, и он лежал. И вот вчера за час я вот эту часть сделала. То есть пол квадратика. Вот. Тоже это, ну, видите, сделана только 1/3, то есть мне еще дофига делать. Это тоже из этих штук. Из скотча. От скотча эта штука. Вот такой стол у меня. Но я не хочу весь показывать, его надо разобрать. Тут подарочная шоколадка на солнышке лежит.
Я вообще хотела показать, как солнышко освещает мой стол. Ну, видите, вот часть солнца падает, но, к сожалению, через камеру, камера просто не передает, насколько, насколько круто падают лучи весенние. Вот, в общем, солнышко меня разбудило. Сейчас у нас 9 утра. Вот. И что я буду делать? Я буду творить, потому что весна на меня так действует. Что я все откладывала, откладывала это действие. Ну, вот, кстати, блокнотик лежит. Я уже часть переписала. Как вы видите, вот в него вложены листочки. Раньше я писала просто на бумаге и все подряд. А сейчас решила, что все в тетрадку перепишу. Может, потом расскажу вам, что там. Ну, я упоминала как-то, что литературные произведения, но не говорила конкретно. Вот, поэтому вот так. Не знаю, как у вас, а у меня творческий беспорядок именно такой. Вот, но увидимся. Пока-пока.